заради которого мы здесь два дня и собрались. Да, я живой. Ты живой? Более-менее. Закипаю, конечно, очень сильно. Так, ребят, у вас все готово? Алло, гараж. Вы готовы? Отлично, у вас там есть внутри пилот? Есть. Так, и самая громкая девушка России, Марина Баранова. Со своим стульчиком, со своей магнитолочкой. Все как свое только... с собой. Настоящая наша хозяюшка. Доставай все кастрюлю. Будет. Сейчас она сварит супца, смотри. И держите мужа. Так, ну что, готовы? Готовимся, хорошо. Придержите мужа, а то он снова двери открывать будет. Так, Виталик, я сейчас, короче, сегодня... Марин, ты жми, а я буду его держать. Потому что вот эта привычка ворваться в машину, и она... Сразу отбегай к забору. Надо пару ополченцев попросить, чтобы тебя держали. Муж любит выпрыгивать с машины. В машину врываться. А, он там не сидит, потому что результат достаточно уже такой нешуточный, где можно и оглохнуть. А. Вот, поэтому он там не сидит, но зато потом открывает, говорит, видели? А мы говорим, да, видели, хорошо, было все замечательно, но дверь открыта, результат... Отлично, так, ребят, готовы? Миша, у нас все готово? Тогда приготовились! Поехали! Не зря, не зря, самая громкая девушка в России. Так, Марина, держи его, держи, иначе он нам что-то начнет сейчас опять... Так, ребята, не сдаются, не сдаются. Но тут с определением так вообще бесполезно. Вы это... Девушки. Ребята, куда вы мчитесь? 149,4 и 156, вы что хотите? Хотят. Вы что хотите? Хотят. Есть, отлично, так. Есть, у нас сколько там еще машин? Есть еще? Две машины. Так, тогда, Марина, отъезжаем чуть-чуть в уголок. Ребята, вы, к сожалению, выезжаете. Стоп, датчик, вы что, ребят? Датчик по-любому оставляем здесь. В зону замеров ждем участников. Владимир Любкин и Станислав Певти. Так, ребят. Марина, отъезжай, пожалуйста, в сторонку. Аккуратно, аккуратно. Даме сейчас уступим место. Станислав Певти. Зона замеров. Станислав, если вы нас слышите, мы вас ждем. Продолжается второй день заключительный. Давайте выпустим автомобиль. Поехали, ребят. Поехали. И запустим автомобиль. Наши друзья с одеялами. Да, опять укутанная машина. Еще раз напоминаю, никто не замерзает, никто ничего не прячет. Наоборот, ребята ехали издалека, думали, у нас тут холодно, снег, медведи гуляют. Ну, когда мы попробовали в Керчи водичку, мы так поняли, что без одеяла вообще не обойтись. Очень прохладная водичка, очень. Ну, я думаю, очень. Как раз после жары самое. Так, у тебя какой номер? 356 у нас есть? Ты в следующем классе вообще? После. Нет, обожди, Миша. В экстриме все. А, ты в экстриме, что ты? Миша. Как писали. На, что написано на стекле? Так, стоп. Если написано СС... Нет, сейчас посмотрим, обожди. Сейчас посмотрим. Секундочку. Сейчас у нас маленькая техническая заминка, пропустите судью. Сейчас будем выяснять. Как паузу нажать? Пауза, вот сюда.